Студенты, я получила сообщение в новостной ленте с призывами выйти на улицы. Обсудив это с друзьями, студенческим советом, для себя решили, что не должны в этом участвовать. Мы не хотим, чтобы нами манипулировали. Мы не будем нарушать закон и не хотим становиться участниками преступления. Мы уважаем страну, в которой живем, и ценим возможности, которые дает нам государство. Если у кого-то есть иные мнения или вопросы, мы открыты к диалогу.